Рейдж? Привет, Лео. Что? Волосы? Ты совсем другая. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Знаешь, я тут придумал кое-что. И что же? Какую книгу ты любишь? Возможно, ты подумаешь о другой. Не страшно, не в этом дело. Ладно, «Домик на пляже», Паттерсона. Что, правда? Да. Ладно, «Домик на пляже». Ты бы дала кому-нибудь ее прочитать? Да, Гвен, наверное. И ты бы сказала самой себе: жаль, что я ее уже читала и больше не могу испытать это заново. Да, наверное. Давай также взглянем на нас. В смысле? Ты не помнишь, как мы встретились. И не помнишь, как полюбили друг друга. И для тебя это все звучит как бред. Но для меня это были лучшие моменты в жизни. И я подумал, как было бы круто испытать это снова. Как будто опять читаешь любимую книгу. Точно. Ясно. Поэтому я приглашаю тебя на свидание. Свидание? Как будто мы встретились в первый раз. Но не знаю, со всей этой предсвадебной суматохой. Если успеем до свадьбы, мы могли бы пойти на свадьбу как пара. Я не могу ничего обещать, но я замолвлю за тебя словечко. Хорошо. Да? Свидание.